Провести ремонт кровли в доме, благоустроить детские площадки во дворе, очистить подвал от мусора. С такими просьбами жители микрорайона Левобережный обратились к руководителям профильных ведомств в рамках работы выездной администрации. Встреча проходила в 16-й гимназии. Председатель совета дома Владимир Васильев обратился с простой просьбой, но очень актуальной. Он хочет, чтобы территория, где он живет, была чистой. У нас есть вопросы, связанные с детскими площадками. Мы предложили до капитального ремонта детской площадки их частичную модернизацию. Ответ положительный. Ждем заместителя главы на следующей неделе к нам в гости, скажем так, для определения фронта объема работы и дальнейшей работы. А вот Лариса Власова пришла от имени жителей многоквартирного дома, в котором необходимо отремонтировать кровлю. Пенсионерки пообещали помочь. Для меня это был подарок. Честно скажу, что я не очень верила, что будет какой-нибудь хотя бы положительный результат. Вот сейчас обнадежила, будем верить. На встрече с жителями, как всегда, присутствуют представители всех служб города, поэтому ни один вопрос не остается без внимания. Чаще всего химчане обращаются с проблемами, которые связаны с капитальным ремонтом домов. В этом году больше 130 домов попало в программу фонда капитального ремонта. Это и замена лифтового оборудования, и кровель, о чем и фасады, и инженерное оборудование, о чем мы непосредственно доводим информацию, в том числе до жителей здесь в рамках приема. Ну и помогаем, оказываем содействие в проведении общих собраний для включения их дома в краткосрочный план. В этом году провели уже 13 выездных администраций, которые прошли в разных микрорайонах городского округа. От жителей Химок поступило более 500 обращений. Следующая выездная администрация пройдет 29 марта в 22-й школе. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.